Вставил бузьбовый мутантный полку Азов. Стыкуем их две шарами, слышите? Два Украине. Рома! Левые ноги. Все знают о левой ногах. Покажи мне на левой ногах. Красавчик. Кроком. Трус. Погано. Погано, погано, на исходной, был МСС. Я казав, мій любимый прапорщик. Звідси до обіду. То есть, если есть проблемы с физикой, то лучше пойти в спортзал, кому-нибудь фитнес-тренеру позаниматься, чтобы уже здесь не показать совсем плохих результатов. Понять, для чего ехать, если боец хочет поехать на передовую, нужно понять, зачем ему это для него самого. То есть, если цель его какая-то значительная, а не откосить от армии, или попасть к нам, то он сможет все пройти, сможет поехать. Интересно очень. Ну и это нужно знать каждому, я считаю. Понимать, чувствовать. Что у кого есть какие-то конкретные потребы по здоровью, по проблемам, можете выйти за строй и не принимать участие в этой перешкод. Как проходить это испытание, как правильнее? Мы запрыгиваем боком. И вам нужно перекрутиться, чтобы вы повернулись лицом вперед, чтобы быстрее побежать дальше. Вы ставите колено и прыгаете туда. Все это відносно, за один день можно показать, виключно показать, навіть не ввести в основу, а виключно показать. Наскільки это адекватно, чи адекватно судить вас на ним. Аккуратно, що ж. Вирішив попробувати себе, чи нічого не забув, сповнити навички армійські, які вже пройшли, вже, скажімо, 25 років тому, останній раз пройшов препятствий. Робив. А так нічого, все добре, чудово себе чувствую, готов ще раз, ще на більшу полосу препятствий. О, дві дівчинки, давай. Було страшновато на висоті, а так дуже впевнено себе відчувала, тому не було. Коли рука під магазин, сховались, перегрупувались і так далі. Наступне правило. На рахунок пальця притиснули до коробки. Кого побачив на крючку і немає контакту, будемо нести фізичні покарання. Пробували, чиняємо магазин. Всі стоять в стійці. Раз. Локти всіх притиснуті. Два. Раз. Підняли. Взяли зброю. Три. Команда три. Ти не знаєш його, але ти віддаєш йому останній магазин. Ти не знаєш його, але ти біжиш за ним, бо він поранений. Це є основи нашого батальйону. Це є основи братерства. Так.